Я готова. Ребята, с вами Лёва. И сегодня мы будем снимать распаковку. Были сегодня с детьми в АТБ, потратили 232 гривни. И что мы купили на эти деньги? Какой завтрак с сахаром? Пластинки, кукурузные. Аленушка, другие завтраки. Да, батушечки Алена купила. Вот это вот буханеша. Батончик. Мандарины. Это апельсин. И мандарины. Еще что? Грудки. Лёва, нет, это не грудки. Давайте мы поднимать не будем. Пусть так все и стоит. Сердечки, желудочки, креветки, еще хлебчик. И да, вот это новый, кстати, хлебчик. Мы такой еще не пробовали. Справки. Соленые. Клюква. Очень любим такую клюкву в сахаре. И вот такой вот. Конфеты. Орешки. Алена уже сильно хочет пробовать хлеб. Доставайте, пробуй. Ты хочешь этот пробовать, а Алена хочет этот. Это тот же? Ну все, значит, не сможете попробовать. Вкусный хлеб. Вот такой. Алена, класс. Какая вкуснятина. Только корка. Корка вкусная. Как же называется этот хлеб? Терновский хлебозавод. Вам постряпал такой вкусный плетеный хлебушек. И посыпал кунжутиком. На здоровье. Сейчас сварим супчик. На сердечках, на желудочках. Остальное на ужин оставим. А на вечер будут креветки. Вкусные, вкусные. Мама хотела очень рыбы, но купила почему-то креветки. Ну, завтра купим рыбу. Тебе понравятся, Аленушка, креветки. У тебя очень красивая футболка.